Історія Чорного моря налічує не одну тисячу років. Проте воно і сьогодні приховує немало таємниць. Як жартують одеські вчені, ми набагато більше знаємо про далекий космос, ніж про море, у берегів якого живемо. Морські гроти та печери завжди привертали увагу спелеологів, геологів і біологів. Але їх серйозне дослідження почалося лише в другій половині ХХ століття, коли з'явилися технічні досягнення, що дозволяють відносно безпечно тривалий час проводити вивчення підводних замкнутих просторів різної глибини і складності. З метою планомірного обстеження берегів Чорного моря, детального вивчення виявлених або відомих раніше ділянок розвитку морських порожнин, документації морських гротів та печер за єдиною схемою, у 2005 році була прийнята програма «Морські печери Чорного моря». В рамках програми щороку проводяться наукові експедиції, в тому числі і спільні із зарубіжними колегами. Вже декілька років ведуться роботи на території Болгарії. В этом году продолжили планомерные работы в северной части болгарского побережья, это мысом, между мысом Калиакра и Румынией. Вот рекогностировочные работы велись на южной части, южнее Бургаса, до границ Турции. И рекогностировка делалась на территории Турции по побережью, где будут в будущем продолжаться работы по замыканию на ту сторону. Давайте перш за все спробуємо зрозуміти, що ж вкладають фахівці в поняття морські печери. Морскими пещерами или гротами, в общем-то, это синоним, являются полости естественного происхождения, находящиеся на морском берегу. Они могут находиться ниже уровня моря, на уровне моря и выше моря. Это, пожалуй, географическое понятие, то, что находится на прибрежной полосе. Они могут быть разного возраста. Многие карстовые там им миллионы лет, многие современные абразионные им какие-то тысячи лет. То есть это просто географическое понятие на берегу моря. В Болгарии в основном все морские полости представляют собой, это в обрывах, в скальных породах идут входы, которые затоплены на 90% полость водой. Глубины на входе достигают 2 метров, в конце может выходить на сухопутные пляжи, это окатанная галька, обычно это волновая заброска идет камня туда. И пещеры представляют собой это овальные либо треугольные хода с сечением, которые идут от берега уреза воды вглубь скального массива. На диво живописним морським узбережжям, скельними та підводними печерами відомі околиці болгарського села Тюленева, неподалік від якого і базувалася експедиція. Це ближайше к Україні, скажімо, місце, де можна базуватися в Болгарії. Фактично, це там чуть менше 30 кілометрів від границі з Румунією. В цих містах починаються ракушникові берега, скали, такі, схожі вот на Тарханкут. И даже в каких-то моментах более интересные, более красочные, потому что ну, намного больше там арок, намного больше мелких островов, то есть скал, торчащих вдали, там, на удалении там, нескольких сотен метров от берега. Поэтому вот мест, где можно понырять и залазить в какие-то интересные такие гроты, пещеры, там, скажем так, больше. В експедиції цього року з українського боку брали участь 9 учасників, троє з яких – кваліфіковані дайвери. З болгарської сторони руководить цим Добрі Добрів, председатель Варнінського спелеоклубу, який 3 роки вже з нами працює. І, в общем-то, вони обеспечують нам базу, тому що звідси все вивезти невозможно, роботи складні. Вот нам обеспечивается база, снаряжение, вот, и их люди участвуют в отдельных работах. И еще я хотел бы отметить Демьяна, это дайверского центра хозяин в Тюленево, который, в общем-то, обеспечивает нам подводные работы. Оборудование, зарядка аквалангов, вывоз на точки. Вот, Демьян и Красимир. Вот, это 2 человека, на которых, в общем-то, зиждется наша подводная работа. Серед учасників експедиції були не тільки старожили,
Але і ті, хто брав участь в програмі «Морські печери Чорного моря» вперше. Одно из моих увлечений – это дайвинг, и меня взяли в экспедицию как дайвера, потому что возникла необходимость исследовать пещеры, которые имеют свое продолжение под водой, или просто пещеры, которые находятся под водой. Для этого необходимо специальное снаряжение, определенные навыки поведения под водой. Занурення у печери – экстремальный вид дайвингу, який пред'являє особливі вимоги до конфігурації і надійності спорядження. А ще не тільки до навиків, але і до психологічної підготовки дайвера. Проте краса підводних печер – гідна нагорода за сміливість. Попадая в один и тот же грот несколько раз, он представал перед нашими глазами в совсем каком-то другом свете. Другое солнечное освещение, немножко другая какая-то сила волны. Открывались какие-то новые места, новые участки этого грота. Это все было очень интересно. Мы отсюда сделали вывод, что обязательно как бы просто один раз зайти в грот и выйти из него, этого недостаточно. Минимум 2-3 раза. Обстежуючи кожен метр території, учасники експедиції уточнюють розміри та особливості геологічної будови морських порожнин, а потім документують їх та присвоюють печерам кадастровий номер. Але виявляється, сухі цифри і букви у повсякденному житті нерідко замінюють на більш романтичні назви. Есть пещера «Русалка», потому что считается по легенде очень большая в пещере, в которой видели русалок вроде. Вот назвали пещера «Русалка». Есть пещера, называется «Пиратская». Дело в том, что она, вход в пещеру и сама пещера очень напоминает всем полюбившийся фильм «Пираты Карибского моря», как прячут сокровища. Вот она действительно очень похожа на пещеры с этой. Ее дали название «Пиратская». Вот так вот как-то с миру по нитке люди как-то называют. Из интересного можно отметить работу в самой известной в Болгарии морской пещере, это Тюленева пещера. Вот мы уточняли ее съемку, наши водолазы делали подводную часть этой пещеры, которую никто никогда не изучал, найдены новые продолжения, оно сейчас в обработке. Печера отримала свою назву не випадково. Колонія тюленів мешкала тут не так давно. Місцеві жителі бачили цих дивовижних тварин ще наприкінці минулого століття. В наш час, на жаль, вдалося виявити лише місця їх розмноження та величезну колонію кажанів. Довгий час морські порожнини незаслужено мало привертали увагу гідробіологів. Вважалося, там не може бути нічого цікавого. Експедиції останніх років регулярно спростовують це твердження, підносячи дивовижні сюрпризи. Ми, немножко підготовившись по-другому з обладнанням, розкопали під водою вхід, він був дуже вузький, був завален валунами, засипан піском. Ми розкопали вхід, який дозволив протиснутися без акваланга в цю вузьку ущель, затащити з собою акваланг з длинним шлангом регулятора. И пещера оказалась действительно уникальная. Была очень интересная ситуация, то есть я вот рассказывая, переживаю ее снова. Мы когда раскапывали, взмутили воду, и вот в такой полумутной воде я протискиваюсь в этот узкий ход, затаскиваю с собой в щель акваланг и медленно приподнимаюсь, чтобы как-то встать выше. И тут голова вдруг оказывается в абсолютно кристально прозрачном воздухе, как мне сразу показалось, и вдруг ко мне подплывает несколько карасей. Сразу я опешил, и пока мозг сообразил, что происходит, было вот такое вот замешательство некоторое. Значит, оказалось, что когда я встал на ноги, она достаточно неглубокая, потому что она как бы с глубины входа поднималась вверх, эта пещера. Оказалось, что это достаточно большое ответвление, полностью
до уровня входа, через который я в нее зашел, заполнена кристально чистой пресной водой. И она настолько кристально чистая, что у меня было впечатление, что это воздух. Камерой, когда я снимал, была очень четкая, как линия, как по линейке отмеченная, вот переход соленой воды в пресную. И там жила стая карасей. Как она попала туда, мы, конечно, можем предположить, потому что известно, что во время весенних половодий в море выносят из рек пресноводную рыбу. Какое-то время она вдоль берега гуляет и если находит вот выходы где-то сладкой, как говорят в народе, или пресной воды, она зашла туда, в эту пещеру, соленость вдоль побережья изменилась, и она уже оттуда не может никуда уйти, потому что куда она ни ткнется, везде соленая морская вода, она там погибнет. До незвичайних знахідок болгарської експедиції можна віднести і карстові порожнини, виявлені в одній з печер на південній ділянці села Тюленева. В глубине пещеры были обнаружены восходящие колодцы, карстовые уже, которые поднимались над уровнем воды на 12, первый колодец на 12 метров, второй колодец на 6 метров. Значит, он был очень сильно окатанный, и при изучении мы столкнулись с проблемой, что нам понадобилось альпинистское снаряжение. Так как экспедиция готовилась для изучения морских гротов, это возникло большой проблемой. В один из колодцев все-таки удалось с помощью болгарских наших, скажем так, союзников, помощников подняться. Значит, и я обнаружил, что пещера продолжается. Был второй уровень пещеры. Значит, нам удалось его заснять. В конце была камера. И из камеры опять поднимался восходящий колодец уже ближе к уровню земли. Но в него подняться нам не удалось, потому что, как я сказал, у нас было недостаточно альпинистского снаряжения. Сама по себе пещера, чем интересна, она представляет собой где-то порядка 37 метров протяженностью грот. Из них порядка 17 метров – это второй уровень. Но пещера не закончена своей съемкой, изучением, так как верхние ярусы, которые уже сухие, без воды, мы не смогли подняться. Цікаво, що вся досліджувана ділянка болгарського узбережжя з точки зору спелеології до недавнього часу вважалася безперспективною. А чим характеризується вона, на думку інженера-геолога експедиції? Широким розпространенням магматичних горних пород. Це вулканічні туфи, це манцаніти, це щелочні базальти. В результате исследования обнаружилось, что, во-первых, в этих магматических породах существуют пещеры, то есть на данное время уже отработано три грота. И у нас было большое удивление. Однажды при обследовании участка в бинокль мы увидели осадочные горные породы. Как бы на геологических картах мы не видели. И при обследовании оказалось, что в этих районах, ранее считавшимся бесперспективными, тоже есть известняки. И при детальном обследовании на головках мысов мы обнаружили несколько пещер. То есть в данный момент есть все основания, естественно, после переговоров с болгарскими коллегами, выделить новые спелеологические области и районы, которые ранее здесь просто не выделялись. Звичайна експедиція триває декілька тижнів. Дуже важливо правильно вибрати для неї час. Адже, досліджуючи морські печери, учасники експедиції постійно знаходяться у воді, тобто повністю залежать від погодних умов. Експедицію цього року не можна назвати особливо удачною, тому що нам не повезло з погодою. Із 16 днів було тільки 3 повноцінних робочих дня, причому 2 – це останніх перед від'їздом. В основному були все шторми. В такую погоду работать в пещерах невозможно, потому что вот колебательные движения, там бьет тебя об стенки, об потолок, то есть и вода мутная, это очень экстремально, скажем так, и нерезультативно, потому что невозможно ни снять хорошо, ни увидеть то, что нужно, ни замерить, ни собрать какой-то материал. У нас даже был случай, в одном из маршрутов лодка порвалась полностью и утонула съемочная наша документация. Ну, в этом случае отлично отработали дайверы, то есть я не представлял, что это возможно, плавая между камнями, которые имеют высоту 3, 4, 5 метров, найти маленький планшет, фонарик, либо листки, на которых произведена топографическая съемка. И вот наши дайверы, к моему удивлению и радости, справились с этой задачей.
Щоб не втрачати час, учасники експедиції ухвалили рішення провести рекогносцирувальні роботи на узбережжі Туреччини. Одеському гідробіологові Олегу Ковтуну, який навіть в самих екстремальних ситуаціях не розлучається з відеокамерою, вдалося зняти блакитного краба-плавунця – чорноморського вселенця, якого вже більше 10 років знаходять в своїх сітках місцеві рибалки. В Босфоре мне удалось увидеть очень крупный экземпляр, он долго мне позировал, я его заснял во всех ракурсах, как только можно, на моих глазах он зарылся в песок, то есть шикарный вот такой видеоматериал для, опять же, нового вида вселенца в Черном море. Колекції знятих під час болгарсько-турецької експедиції матеріалів особливе місце займають три види бичків. Один вид оттуда со Средиземного моря вселился к нам в Черное море, его нашли несколько лет назад, это краснородый бычок. И маленькая популяция сейчас живет в Севастопольской бухте. И вот я его увидел впервые, потому что в Севастопольской бухте, когда мы ездили, опять же, штормило, я не смог нырять. То есть это новый вид для Черного моря, вселенец, довольно крупный бычок, очень красивый, с красной краской на голове такой. И вот там я его снял, очень красиво снял, хорошо. Так что теперь я знаю, как он выглядит, и если здесь теперь увижу у нас его, то точно узнаю. А цей красень, Relictogobius, вперше був описаний у 1932 році. Чотири екземпляри таких унікальних бичків зберігаються в Київському зоологічному музеї. Однажды болгары описали этого бычка, они нашли его в желудке бычка кнута. И несколько лет назад еще раз точно так в желудке кнута нашли этого бычка. Ну, естественно, в глаза его больше никто не видел, а полупереваренные тушки маленьких бычков – это не так интересно, скажем так, да не коллекционный экземпляр. И вот в пещере «Русалка» я обнаружил целую популяцию, причем на небольшой глубине, там метра полтора глубина этих бычков, и заснял их на видео. Это первая в истории науки съемка этого бычка вообще в Черном море. Это очень редкий вид. На сегодняшний день, как говорится, 4 экземпляра изучено в прошлом веке, и 3 экземпляра я поймал на Тарханкуте. Все, значит, 7 экземпляров за всю историю науки. И теперь есть видеосъемка. И что интересно, они жили в достаточно грязном ответвлении этой пещеры, в которой живет гигантская колония летучих мышей. То есть там достаточно много гуана падает, то есть помета летучих мышей, вода достаточно грязная. И также в той пещере удалось снять еще один вид бычка, абсолютно неизвестный. Он живет на стенках. Сейчас мы еще определением его занимаемся, но это явно какой-то новый вид, который тоже скрывался от глаз ученых. Значит, вот такие вот интересные научные открытия. Еще много материала собрано, его надо обрабатывать. В биологии нельзя получить сразу результат. Иногда после экспедиции проходят годы после экспедиции, материал обрабатывается, и только сказать, что что-то новое найдено, может через несколько лет это можно. Поэтому вот такая каждая экспедиция приносит много-много интересных и находок, ну и эмоциональных впечатлений, и видеоматериал, который можно показать людям, потому что ну, далеко не каждый может сам погрузиться под воду и увидеть своими глазами то, что может сделать профессионал. Незважаючи на погодні умови, під час експедиції вдалося обстежити близько 40 об'єктів, більше половини з яких – нові. Ну а привезені спогади позитивні в усіх учасників, незалежно від того, чи стояли вони у витоків програми «Морські печери Чорного моря», чи приєдналися до неї нещодавно. У нас було очень мало времени, чтобы полноценно работать, поэтому за короткий промежуток времени нам надо было перемещаться с места на место оперативно, быстро, поэтому не успевала высыхать одежда, времени не было там на какие-то моменты свои. Ну, в целом, зато очень все динамично прошло, интересно, с множеством новых впечатлений и эмоций. Эти пещеры нужно изучать для того, чтобы оценить возможность их опасности для эксплуатации инженерных сооружений, каких-либо зданий. А с другой стороны, ну, мы немножко сродни тем же дайверам, альпинистам. То есть нам нравится исследовать вот этот неизведанный подземный мир.
І, звичайно, будь-який об'єкт або явище повинні бути вивчені досконально, аби надалі можна було грамотно використовувати отримані результати. Если обстоятельства позволят, мы, конечно, хотели бы продолжить там работы, потому что мы фактически закрыли только один участок, нами же, в общем-то, и выделенный, Северо-Тюленевский, но закрыли его надводную часть. Подводную часть, еще раз говорю, мы не смогли работать. Но на юг до мыса Калиакры продолжаются точно такие же обнажения с кротами, вот, и это еще, ну, для одной-двух экспедиций серьезная работа, не говоря уже о южном побережье в районе там Бургаса. Завдання майбутніх досліджень вже намічені, тобто попереду нові зустрічі і дивовижні відкриття.